Друзья, всем привет! Сегодня мы с вами будем продолжать изучать нейросети. Вот сегодня мы с вами рассмотрим еще буквально три штуки, которые я нашел. Не скажу, что они суперинтересные, но, возможно, будут полезны, потому что после Midjourney сложно, конечно, за что-то другое сидеть, крафтить, там, браться, грубо говоря, потому что Midjourney пока что топовый. Еще недавно, кстати, вышло обновление, там появилась пятая версия на запрос, ну, то есть это как версия пятая. В общем, это усовершенствованный движок, который генерирует еще круче. Советую посмотреть где-нибудь на ютубе, что там изменилось. Но есть такая проблема, что это доступно только по платной подписке. Поэтому, к сожалению, мы пользуемся бесплатно. И, не знаю, если, конечно, использовать для работы, то, в принципе, ту же самую десятку можно закинуть и пользоваться пятеркой. Вот, но речь не об этом. Давайте посмотрим, что я еще нашел по генерации как раз-таки картинок по созданию. Значит, первый сайт называется вот так вот, Dream Studio. Но мы сейчас рассмотрим два сайта, которые называются там Dream. Ну, только один идет Dream by вот Womba какой-то, а первый у нас просто идет Dream Studio. Там нужно будет залогиниться через почту, то есть обычный Gmail свой вводим, создаем, неважно, либо Discord, либо Gmail. Советую через Gmail, потому что с Discord могут быть какие-то проблемы. Через Gmail, в общем, делаем аккаунт, заходим, вот, ну, появляемся вот в таком окошке. Значит, по меню пробежимся. Dream — это как раз-таки создание, да, это крафт идет в History, это у нас получается история того, что мы крафтили. Также здесь есть prompt guide, если мы помним, что такое prompt — это как запрос. Здесь, в общем, идет небольшая инструкция по поводу стилей, по поводу того, что, короче, можно вставить, там, допустим, фотографию, как-то ее описать, там тоже из нее закрафтить что-то вот подобное. Ну, в целом, как бы, если будет интересно, можно почитать. Потом слушал это, типа, ссылки. FAQ понятно. И поддержка, да, поддержка нам не нужна. И также еще у нас вот появляется наш аккаунт. Вот, мы можем кое-что здесь увидеть. Если перейти в настройки моего аккаунта, мы видим, что здесь такой, как бы, своеобразный баланс. Вот, сейчас у нас, ну, у меня осталось 73 кредита. Когда вы только зарегистрируетесь, будет сотка. Каждый крафт здесь стоит определенное количество, вот здесь вот сверху подписано, то есть определенное количество вот этих коинов, назовем их так, вот. Значит, давайте пробежимся по настройкам. Это у нас идет ширина, то есть если мы заметим, вот здесь вот сейчас 4 картинки тоже будет появляться, да. Если мы ставим больше, допустим, 1024, то видим то, что вот у нас сужается, но мы можем, в принципе, и эту сделать 1024, это качество, да, которое будет крафтиться. Но обратите внимание, что при большом, как бы, ну, чем мы больше делаем разрешение, тем больше у нас кредитов этих забирается. То есть пока что давайте оставим 512 на 512. Вот этот CFG Scale, это, грубо говоря, ну, как я заметил, это сколько деталей на каждой там картинке по запросу он будет прорисовывать. То есть по факту это своеобразное, как бы, качество. Давайте поставим на десятку, потому что вот почему-то на кредиты это, как бы, не влияет. Шаги тоже влияет на качество, то есть, грубо говоря, сколько он туда будет объектов впихивать, какая будет прорисовка, детализация, вот, ну, оставим на 30, как есть. Количество картинок, то есть, сколько за раз крафтится, можем увеличить, но видим, что у нас кредиты, вот эти тоже увеличиваются, давайте поставим 9. Здесь пускай стоит все автоматически, а вот здесь вот модель, это, я так понимаю, что, скорее всего, тоже какая-то версия движка, на котором он все это дело генерирует, вот, но я ставил вот это 2.1. И смотрите, у нас тут сразу уже идет какой-то запрос. Давайте нажмем Dream. Пока что ничего вводить не будем. Посмотрим, что он предложит на Galactica Concept Art. Матовые краски HQ 4K. Ну вот 4K вообще непонятно зачем, но тем не менее, ладно. Смотрим, значит, вот все, мы подождали немножко. Вот у нас закрафтилось, да? Давайте открываем картинку обратно, если что, вот так выходить. Так, стоп, скопировал номер этой картинки. Ну, в общем, вот такого плана он выдает картинки. В принципе, ну, как вот для таких фанов тоже вроде ничего выглядит. То есть что-то из этого можно взять. Но мы видим, что по качеству, конечно, от Midjourney далековато, да? Давайте мы оставим и, допустим, у нас там, скажем, будет тоже концепт-арт. Давайте мы как-нибудь, не знаю, введем там... Нет, космос у нас уже был. Давайте введем лес. Forest, концепт-арт. Матовые краски, HQ 4K. Сейчас посмотрим, что у нас будет. Так, ждем. 9 картинок. Вот у нас 1, 2, 3 появляются. В принципе, так, уже нажал скачать, ну да ладно. В принципе, тоже, да, то есть для каких-то бэкграундов, я бы даже сказал, для каких-то тейлов, блин, ну что ж такое, копирую какую-то ссылку.
можно использовать, но не скажу, что прям какой-то фонтан. То есть на Midjourney опять же будет круче. Скачивать, нажимаем вот эту вот иконочку, да, у нас происходит скачивание, все, вот оно у нас сохраняется, можно вот так вот быстренько щелкнуть, вот его открыть, ну, в общем, понятно, да, то есть ничего как бы особенного, все как бы в дальнейшем легко и просто. Теперь давайте рассмотрим вторую. Вторая у нас называется Dream by Womba. Что круто здесь и не круто? Первое не круто, что все, ну как не все, а большинство удобств, которые как бы есть, они доступны только по премиум подписке. То есть, естественно, получается, что все это дело, оно платное. Поэтому, если хотите пользоваться нормально, то покупайте подписку. Не знаю, сколько она стоит, даже не смотрел. Я просто оценивал, как она генерирует. Вот. Но что здесь вот в верхнем получается? Вот я уже вводил как раз Miami Streets. Вводим, получается, запрос. Нажимаем здесь вот Create. И ждем. То есть, видите, у нас сейчас будет только в Art Preview, у нас будет только одна картинка открыта, то есть мы только по одной картинке можем генерировать, смотреть, вот она сейчас создается, сейчас посмотрим, что создалось. Какой-то вот такой у нас на самом деле прям около фотореализм получился, правда, вот тоже пальмы какой-то непонятки какие-то, ствол должен здесь идти. Классика, нормально. Ну, то есть, все равно видим, что у нас все вот это дело отличается. Ну, Midjourney, конечно, лучше. Можно вот здесь, допустим, выбрать какие-то быстрые, никогда не скончаемые цветы. Вот, допустим, мы можем здесь что-то выбрать, какой-то быстрый запрос, тоже посмотреть. В целом, она генерирует, ну, как бы, вот, можете посмотреть, ну, что-то типа того, не знаю, что-то странное, не очень. Но в чем плюс? Здесь можно выбрать стили. То есть, если вы посмотрите вот сюда, давайте, допустим, вот так вот спектрал выберем. Здесь много стилей, и получается, вы выбираете стиль, и он под этот стиль генерирует картинку. Вот что круто, чего не хватает, скажем так, на Midjourney. Хотя на Midjourney тоже, судя по... Ну, это все нужно, грубо говоря, прописывать, и, ну, плюс-минус. Тут как бы мы можем наглядно прикинуть, да, что за стиль, а в Midjourney мы, получается, должны... все как бы брать, прописывать, ну, не то чтобы наугад, а с пониманием, примерно представлением того, что мы получим. Такие вот картиночки получаются, тоже вот значок есть, нажимаем сохранить, он у нас, вот он загрузился, скачался, все у нас на компе, все нормально. Про Midjourney, кстати, еще разок хотел напомнить кое-что, что читал тут такую тему, что, оказывается, можно найти различные форумы, люди, в общем, выкладывают, какие запросы более грамотно делать. И это может помочь достигнуть больших результатов, более крутых картинок, там, не знаю, интерфейсов, чего угодно, там, кто что делает, в общем. Давайте еще одну загенерируем и перейдем к следующей. В принципе, нормально, тоже что-то можно сгенерировать, но неудобно, что приходится по одной картинке, либо надо оплачивать. Но я бы, на самом деле, лучше Midjourney уже оплатил, с учетом того, что там вот эта вот пятая версия, это, конечно... Советую глянуть на Ютубе, чем отличается. Здесь как бы, ну, нормальный какой-то арт, но что-то не то. И последняя, на самом деле, вообще она мне не нравится, но тем не менее ее покажу. Вот этот Crayon, версия 2, не знаю, в чем заключалась, интересно, первая версия, наверное, была еще хуже. Давайте введем сейчас вот запрос, тоже зашли, я не логинился нигде, то есть все можно без логина делать, как бы. Так, давайте, значит, сделаем Futuristic Forest, там, не знаю, 90-й, стиль 90-х, типа, да. Вот нажимаем Enter, все, у нас начинается вот этот вот. Отрисовывает, он сейчас нам делает картиночки. Здесь она тоже, по-моему, по 10 вариантов сразу выдает. В целом она, по-моему, бесплатна, но она вон подписана, что free. Но в плане качества каких-то картинок, фоток, стилей, не знаю, пробовал тоже длинные запросы сюда закидывать, но получается, ну, не каша, ну и каша тоже получается, но получается что-то приближенное к какому-то такому современному искусству, то есть какие-то простенькие линии, все такое быстро накиданное. Стили даже вообще каких-то более скетчей, то есть, ну, несерьезно. Если там на даже предыдущих сайтах можно добиться результата какой-то, ну, прям графики, то есть что-то прям такое интересное, да, то здесь вы такого не добьетесь, здесь какой-то около фотореализм начинает, но при этом он как-то выстраивает все криво, и, ну, сейчас вот посмотрим, что у нас получится. Футуристичный лес в стиле 90-х, как бы, да, посмотрим. А также, вот, все у нас прогрузилось, ну, вот о чем я и говорил, что что-то такое... Ну, вот это, кстати, мультяшное еще, может, ничего. Вот это вообще на что-то игровое похоже. Ну, короче, в целом это какая-то каша. Так что не советую вот этим вот пользоваться. Вот. Чисто ради интереса можно попробовать. Возможно, здесь что-то где-то проскользнет. Либо, опять же, там, если сделать, например, какой-нибудь, там, не знаю, Galactic Space, там, что-нибудь ведем, 70-е, давайте ведем вот так.
Сейчас посмотрим, что у нас выдаст. То есть в целом здесь еще, по-моему, можно что-то типа рисовать. То есть там наводите какую-то фигуру, на фоне этой фигуры пытаются выстроить там вам какую-то картинку. Там, не знаю, кошачью мордочку нарисовали. Она вам пытается там что-то с кошками придумать, сделать. Но все получается тоже максимально какое-то кривое, убогое. Не советую. То есть вообще пользуйтесь лучше Midjourney, конечно. Эти штуки тоже можете просто завязать, попробовать ради интереса. То есть, по крайней мере, это все те, которые я смог найти. Еще существует такая сеть, которая называется DALL-E, по-моему, как бы, да, DALL-E, типа, называется, вот. Но, к сожалению, даже с VPN все очень туго, не получается туда пролезть. И я так понял, что, судя по отзывам, все равно все идут на Midjourney, потому что там получается более крутой результат. То есть это что касательно именно крафта картинок. Мы все-таки дизайном занимаемся, не знаю, крафтом текста, как чат GPT вот этот, либо еще есть всякие копии AI, еще есть такой сайт. Это все больше относится к написанию каких-то текстов. Я не думаю, что нам это особо нужно. Хотя, сейчас вам ссылочку оставлю, и сейчас быстренько, наверное, покажу, что я еще нашел по поводу текста. Смотрим на картинки, ну, типа что-то такое, да, вот похоже, на самом деле, иллюстрации из книг каких-нибудь 80-х, типа абстрактно нарисованной какой-то акварелью, не знаю, ну, плюс-минус, да, что-то такое. Не знаю, можно это, конечно, тоже как-то использовать, либо какой-то референс, либо с этого срисовать, но вы знаете, куда лучше всего идти. И давайте я вам покажу еще вот такую штуку, называется Copy AI, хотя не знаю тоже, зачем вам я ее прям покажу так. Сейчас, секунду, зарегистрируемся. А, он не входит, все, я понял. Нужно подключаться к VPN. Там просто он создает как бы текстовые такие небольшие какие-то лозунги. Там. Короче, я думаю, что дизайне это особо не пригодится, поэтому я не буду вам этого показывать. А на сегодня у нас все, поэтому давайте ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я туда выкладываю много интересной информации, много полезных файлов. И поищу еще какие-нибудь нейронки. В следующий раз сниму про какую-нибудь очередную нейронку вам видео. Все, всем спасибо, всем пока.